Неплохо. Не, ну Виллис такой четкий, конечно. Понравилось тебе? Ну, да, хорошая машина. Хорошая машина, но тон на весу, ты понимаешь, почему он едет так? Хорошая машина, но на лето. Потому что сейчас относительно тепло, но едешь и без вот этой, без двери дует. Ну дует. Да. Рома-то человек закаленный, привыкший. Да. Ну и после мегауазы, после этих всех вибраций, там так четко она едет вообще. Ни вибрации, ничего, такая сбитая машина. Вот там бородач что-то исполняет, смотри. Да, там бородач что-то творит вообще нереальное. В яме разворачивается на месте. Да, жесткий. Не знаю, у него, если вот это у него бомба, нафиг ему тут не мог. С чем он связался? Шайсы. Шайсы-мох. Шайсы-мох он связался. Смотри, что творит. Ему вот эти сзади, щели. А ну гляни. Я не вижу никого, ничего. И никого нет. Ему бы вот эти шины, которые у него есть, ободрыши сделать. Это да. Они бы стали легче. Там диски очень тяжелые на тех шинах. А тут хорошее место, кстати, кататься. Смотри, что он творит. Ну это не с нашими карданами тут кататься. Ну вообще да. Сейчас если он стегнет еще этот кардан, то да. Это будет совсем печально. Смотри, что творит. Да вообще. Уже хотим его поснимать. Вторая молодость пошла у него. Да, точно, как помолодел. На бомбу сел, помолодел, в этом месте. На бомбу сел, помолодел. На шайсы сел, постарел. Да, сразу пердун старик. Ой, да я туда не поеду. Вот, тоже перевернусь. Не да я там перевернусь, да я там в Москве воды наберу. Да, да. Смотри, выезжает. Как там несложно. Да. Ну вот известный человек. Ого, посмотри, куда он поехал. Поехал, поехал. Ох ты, елки. Понял, только мосты держат за счет того, что тяжелый низ очень, понял? Да, низ тяжелый, не переворачивает. Не дает перевернуться. Низкий центр тяжести за счет общего веса огромного. А так колебнулась она. Знаешь, дает коксу, не боится поломать ничего. Не боится поломать, потому что... Запас есть. Запас прочности хороший, да. Ну, тут мы бы были целые, можно было спокойно ехать. На холостых просто, да. На двух пониженных, на холостых он сам... Да, ехал. Да, да. Да и бородачу, если бы ободрыши поставить, он может там бы ехал. А так эти шины, ну, неправильные. Ободрыши, да, но он что-то не хочет. Не хочет? Нет. Едем за бородачом. Витя вышел из игры. Ставить себе ободрыши. Да, бородач тут по-жесткому идет. Тут довольно сложный выход. На коксе. Вышкался. На коксе вышел. Вышел, потому что твердый грунт. Да, твердый, кстати. Не так, как там много да. песка. Тут полегче. Мы потихоньку. Пока никого не видно. Не уехал. Уехал.
заехал, да? Да, тут видишь, какой бугор. И мы заехали. Ну как? Прикольно. Хорошее место. А где эти все эти? Рейдеры где? Понял, что он спустился вниз, а потом выворачивал колеса. Ого. Ну, у нас чуть поменьше машина. Идем по треку бородача самого. Несмотря на наши небольшие неполадки, да, мы все равно едем. Бородач пытается нас сломать, мне кажется. Задняя левая уже там нормально, так спущена. Ну да, она спускает. Пытается нас сломать. Морально больше. А ну открой. Морально нас не победить. Ты морально и физически нас сломать хочешь, да? Ест конфеты. Ест конфеты с белым крестиком, да. Конфеты с крестиком заряжают, да? Да, да, сейчас начнет что-то дрифтить, наверное. Да, хорошая траектория. Колею не попадаем, и как Леня, только у нас все наоборот. Лень, обгораживают что-то тут. Строить. Это мы уже тут к легендарным местам выезжаем. Узнаешь ты эти места? Да, забора не было, это недавно он появился. А может и был что-то я. Смотри. Бородач продолжает нарезать новый маршрут. Идем за ним. Звуки подвесной издает нереальные. Так, банда вырывается вперед. Леня. Смотри. Леня режет слева. Оп, режет. Узнал, где мы выехали. Просто мы вдоль Десенки шли. Хорошие места. Две ряда, головняк. Теперь вдоль Десны сейчас идем вверх по течению. Пойдем. Такой известный маршрут. Первый оффроуд в Киеве. Залупазло здесь был, кстати, в этих местах. Но тут мы с Максом вправо ушли. Что-то чинили. Не помню что.
Смотри, как тут. Да, да, места неплохие. Опять этот причальный на передок, да? Не-не, пока поедем здесь. Пока едем. Пока едем так. Пока едем. Тем более одно колесо сейчас хорошо спущено. Ну мы так плавненько будем идти. Дождь идет, да? Да. Мелкая такая. Мелкая мряка. Сейчас на заднем приводе идем. Ханы бабай. Жестко. Что там, еда не выпала? Еда не выпадает, я контролирую. Держи ее под контролем. Да, тут вот такое творится снаружи. Да, да, тут карьерчик с мусором. Да, тут известные места. Давно я тут не был, но катались. Ну как-то мусора тут много стало, было чисто раньше. Куда смотрят активисты, непонятно. Как-то тут авто, микроавтобус, не микроавтобус, а типа Богдана валялась брошенная. Блин, свалку какую-то, мусорку сделали, жесть. Какой-то оффроуд по мусоркам у нас сегодня. Ваши да. Машины лежат, ему надо предложить, чтобы он их забрал. Да. Холодильничек привезли. Траншея известная там справа. Ну тут все загадили, было тут чисто, более-менее мы катались. Это уже несколько лет прошло. Едем за отцом Павлом. Тоже его там потряхивает. Пневмоподушки у него с фуры, которая она на не одну тонну рассчитанная. Машина явно меньше. Да все равно, там же, понимаешь, меньше накачаешь, она упавшая, то есть, понимаешь. То есть общая жесткость подушки высокая сама, ну, под определенный вес рассчитана. Ну, конечно, да. Не, хода хорошая за счет пневмы, хода подвески отличные. А вон песок, понял, где я на гранде ехал на день рождения снайпера и там уперся. Меня приезжали, вытаскивали. Это вот тот песок. Я не знаю, видел ты это видео? Интересно. Вдоль берега. Слева Десна. Это уже Десна, это не заливы. Отец Павло дубасит. А мы за ним. Режем. А где же Витя сейчас? Ёлки-палки. Витя заряжен на Муазе. Да? Да. Влазного ягода. Ох, патрол тут. Кто у нас директор по катушке, надо уточнить. Да все тут директоры. Скажи, чтобы отъехала. Паша, Паша, говори быстрее. Надо было переехать на эту дорогу и ездить на
так в легендарные места приехали, не проехали мы их, не прошли стороной. Были тут соревнования и не раз. И по катухе тоже. Прошлой весной Витя был на БТРовских. Мы пока на заднем. Мы тут пока подмерзшие. Поверху едем на заднем приводе пока. Тут реально жесткое болото вот в этом месте такое. Я вижу, когда тает. Да, тут когда тает, то, то тут нормально. Вот я тут Леню еще, фураннер у него был тогда. Тут я его тянул. Дергал мегауазом. Опа! А вот бородач нашел нормальное место. Там, где он прилип? Ага, это там я Леню выдергивал. Мы на заднем приводе, напоминаю, по-прежнему едем пока. Давай, я, наверное, чуть вперед протянусь, потому что ты мне сейчас мозг вырвешь. Так, Андрюха рядом. Лазы рулят, лазы рулят. Зацепился. Этот, опа, Руслан, а? Прикинь ситуация. Мы же ему посадили девчонку. Так. Она только что вылазила, но я ожидал от него большего. Лево. От бородача? Да. Говорит, вообще никакой, вообще никакой. Бородач не тот, да? Ну, получается, он не тот, из которого себя корчит. Мягкотелый, да, или что? Без характера. Да. Опа, смотри, Жека пошел по пробитому. Вот так вот унижают бомбу. Просто люди унижают. Да, такого унижения бомба не видела долгие годы уже. Олег пытается выехать. Бородач говорит, в этом месте два моста он сломал. Да, тут такое место. Веселенькое, диагоналки. Вроде ничего сложного на вид, да? А прямо не может он выехать? Так давай я уберу, может. Неплохо. Олег, тебе нужен УАЗ, Олег. Так, едет серьезный джипер. Тут только УАЗы могут заехать. Паджеро это не из этой серии. Чуть правее руль. Это случайно.
Военные мосты, 51-й мотор. Видите, как едет машина. Чем, понимаешь, вояки дают, чем при небольших колесах хороший клиренс, вот это самое. Ты видел, как он проехал там, где тебе, ты на лебедке шел? Ходом, где проломался, блюд, я остановился. Не засчитывается? А он проехал. По пробитому, да? Проехал бы? А Влад продал уже. Влад же продал. Зря. Дороже бы продал. Ты тоже хочешь Запорожец себе? Нет. Бородач, конечно. Ему амбиции не позволяют, Запорожец. Ну да, так. Никто тебе руку на Запорожце не поцелует, конечно. Ты знаешь, что ему руку целуют? Святой Отец благослови. Давай. Тут не так просто. Олег, хочешь, я договорюсь, он поменяется. Без доплаты. Арматура. Где ж Леня, елки? Так, Нива. Нет, так не получится. Такой оффроуд нам не нужен. Тут не так просто. Диагоналка лютая. А что у тебя с блокировками? Все? А, заварил сзади, да? А впереди самоблок, да? Впереди валрейсинговский, но я его выкину, поставлю лук. Но это не блокировка, это так. И перестал ходить на укрепление. Но ты сильно круто берешь. Стой, блин. Ты шо? Что-то он жесткий какой-то, да? Андрюхи, они все такие жестковатые. Вот туда ты не пойдешь. Смотри, что делает. Раскачай, выйди. По чуть-чуть, назад не свалишь. Раскачай. По чуть-чуть, назад не свалишь. Назад я? Да, давай. Стоп. Давай вперед. Нет. Ух ты, елки, как она едет. Ты посмотри. Вот это вам и Нива. Следующий. Пошел. Это длинная карга, говорит, не заедет. Все? Что с каргой? Все. А что там, Витя внутри? Так это ему повезло, что он просто застрял. Витя, давай, как ты с утра у вас толкал. Спасатели, я еду. Да, закупайся, чтобы. Поехали, пока. Что, поехали, все уезжают. Русик, подтолкни. Тойота там еще ляпнется. Влад, это тебе еще повезло. А мог и на боку лежать в этом месте. Все, Витя, пока. Бросайте здесь. Эту бросайте здесь. Бросайте, пошли.
Влад, погнали, надо текать.